Здравствуй, город наш обновленный! Нет на свете родней и красивей, чем любимый наш город Лида! Здравствуй, Лида! Город древний и такой молодой!
Сегодня гостей и жителей нашего города объединяет одно общее чувство, одно общее событие – день рождения города! На празднике присутствуют почетные гости – дипломатические миссии Латвии, Литвы и Польши. Лида празднует свой 696-й день рождения. Мы любим свою малую родину. Мы гордимся своей малой родиной. Мы талантливы и честны. Мы трудолюбивы и современны. Лида – наш город. Лида – гордость Гродненщины. Мы – твое будущее. Все будет так, как мы задумали. И нет ни одной причины останавливаться на достигнутом. Впереди исполнение высокой мечты на благо родной земли, на благо нашей Родины. Для торжественного открытия праздничных мероприятий на сцену приглашается председатель Лидского районного исполнительного комитета Михаил Константинович Карпович. Дорогие друзья, уважаемые литчане и гости нашего города, сегодня Лида празднует свой 696-й день рождения. Это наш общий праздник, праздник трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со временем и любящих свой город людей. Наши совместные усилия направлены на укрепление имиджа Лиды, самобытного, перспективного, развивающего города, в котором комфортно жить и работать, самореализоваться людям разного возраста. Наш город – это гостеприимство и сердечность, это трудовые и военные подвиги старшего поколения, это наши земляки, чьими именами гордится вся Беларусь. Литчане бережно хранят и приумножают богатый потенциал своей малой родины, уверенно смотрят в будущее. За последние годы, благодаря общим усилиям, город без привлечения преобразился. Многое из того, что было задумано, стало реальностью. Так капитально отремонтировано более 50 домов и свыше 30 километров дорожных покрытий улиц города. Это Машерова, Строителей, Рябиновского, Тухачевского, Домейки. Это далеко не полный список улиц, которые мы сделали только в этом году. Построено 11 проездов в новых микрорайонах индивидуальной застройки. Строятся станции без железа, ни воды, и эта работа будет продолжаться. В прошлом году сданы в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов. Среди новостроек – социальный дом, возведенный с поддержкой китайских инвесторов. В этом году почти 400 семей смогут улучшить свои жилищные условия и заселиться в новые уютные квартиры. Два жилых дома уже введены в эксплуатацию. Продолжается строительство еще 7 домов, из них 5 для многодетных семей. Совсем скоро 100 индивидуальных жилых домов построится в микрорайоне Островля. Проектируется микрорайон многоэтажной застройки «Север». Для развития городской инфраструктуры, укрепления материально-технической базы организаций и учреждений Лидский районный исполнительный комитет привлекает финансовые средства и за счет реализации инвестиционных программ и международных проектов. Так, совместно с Республикой Польша по программе «ПРООН» построена инклюзивная велодорожка и два воркаут-площадки. Лидское ЖКХ, Центр культуры и народного творчества, детская музыкальная школа, средняя школа номер 4 реализуют программы трансграничного сотрудничества с городами Литовской Республики, Тракай, Шальчининкай, Вильнюс. В рамках областной инвестиционной программы завершается строительство детского сада на 230 мест в микрорайоне Индустриальный. Благодаря спонсорской помощи открыто акционерное общество «Лидское пиво», в центральной районной больнице оборудование современное операционное травматологического отделения. Проведены текущий ремонт неврологического отделения и модернизация здания детской поликлиники. Начаты капитальный ремонт хирургического корпуса и текущего учебного и диагностического оборудования. Инфраструктура города позволяет личанам сохранять и укреплять свое здоровье. Для занятий физической культурой и спортом оборудованы новые залы борьбы, бокса и кроссфита. Значимым для города стало открытие Центра безопасности МЧС, который уже посетило около 40 тысяч человек.
На протяжении ряда последних лет Лидский район – победитель республиканских смотров конкурсов содержания и технического состояния жилищного фонда, санитарного состояния и благоустройства населенных пунктурным городом Беларуси районного подчинения. А в 2020 году наш город станет культурной столицей года. Все это делает Лиду центром притяжения туристов. Только в прошлом году нас посетили гости из 52 стран. Лидский район обладает значительным потенциалом для развития туристической индустрии. Завершена реставрация и реконструкция Лидского замка. Построены выставочные экспозиции в северо-восточной и юго-западных башнях. Благоустроена замковая территория, открыты кафе, созданы условия для деятельности ремесленников. Подарком для личан и гостей города сегодня станет торжественное открытие у стен Лидского замка памятника его основателю, князю Гедемину. Знаково, что возведен он в год Малой Родины творческим коллективом скульпторов Сергеем Агановым и Ольгой Нечай. Финансирование проекта взяла на себя компания «Юникон», генеральный директор Ольшевский Александр Петрович, закрытое акционерное общество «Белтекс Оптик», директор Матусевич Олег Игоревич. Искренне поздравляю всех с этим историческим событием. Указом главы государства Лида включена в безвизовую зону, и мы надеемся, что ежегодно количество туристов будет увеличиваться. Мы приложили все усилия, чтобы инфраструктура города соответствовала возрастающему туристическому потоку. Строим безопасную среду для жизни детей в городе. Подтверждением этому стало присвоение городу Лида почетного звания «Город дружественный детям» в рамках глобальной инициативы ЮНИСЕФ. Дорогие друзья, все эти другие позитивные изменения в жизни города – результат нашей с вами совместной работы. Я горжусь лидчанами и глубоко уважаю вас за все сделанное. Сегодня слова благодарности я адресую всем, своим повседневным трудом способствует развитию Лиды и Лидского района. Кто не остается в стороне от насущных забот родного города, активно участвует в общественной жизни, реализует социальные проекты и обеспечивает частно-государственное партнерство. И это прежде всего закрытое акционерное общество «Белтекс Оптик», директор Матусевич Олег Игоревич, государственное предприятие «Конус», директор Жамойда Андрей Петрович, открытое акционерное общество «Лакокраска», директор Сойка Андрей Васильевич, открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт», генеральный директор Островский Александр Николаевич, совместное общество с ограниченной ответственностью «Белкласт Интернешнл», генеральный директор Великин Анатолий Леонидович, дорожно-строительное управление ГСУ на 24, директор Широкий Генрих Эдвардович, закрытое акционерное общество «Каскад», директор Ус Иван Иванович, открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат», генеральный директор Юрчик Сергей Лукьянович, открытое акционерное общество «Стройвектор», директор Петерс Виктор Петрович, Лидские электрические сети, директор Жук Виктор Станиславович, Лидские тепловые сети, директор Леонов Юрий Николаевич, Лидский зональный узел электрического рождения Лида. Спасибо, Михаил Константинович. Просим пройти вас в зрительские ряды. На щедрой Лидской земле живет добрый, трудолюбивый, гостеприимный народ, который с радостью встречает тех, кто с добром и радушием приходит к нему в дом. Сегодня мы рады приветствовать делегации городов-побратимов. Город Алитус, Литовская республика. Город Тракай, Литовская республика. Шальчининский район, Литовская республика. Город Лонжа, Республика Польша. Город Кашалин, Республика Польша. Город Даугавпилс, Латвийская республика. Город Екабпилс, Латвийская республика.
Лида – любимый уголок земли, где живут наши родные, близкие, знакомые и друзья, где мы встречаем... Уважаемые липчане, уважаемые гости города Лиды, участники сегодняшнего праздника, позвольте мне от имени областного исполнительного комитета, областного совета депутатов поздравить вас, уважаемые друзья, с праздником города Лиды. Пожелать вам, в первую очередь, здоровья, благополучия в ваших семьях, ну и, конечно, успехов в работе тем, кто трудится. После Михаила Константиновича сложно что-нибудь добавить к истории города Лиды, но я бы хотел сказать, что город Лида – это второй город в Гродненской области. Это почти 40 тысяч трудится в городе и в районе. Это около 10% от всего трудоспособного населения Гродненской области. Это второй по величине город в области. Это город, который включен в список городов в республике по динамично развивающейся экономике. Поэтому и особое внимание к этому городу. И то, что здесь 100-тысячный город, и то, что здесь развита промышленность, пищевая, химическая, машиностроение, сферы услуг. И благодаря вот этому развитию промышленности достаточно успешно, всегда на слуху и в первых рядах это и культура, образцовые коллективы, это спорт, это последнее время туризм. 600